имя запомнили следующие поколения. Его по праву называют самым титулованным тайбоксером России. Артем Левин на время исчез с бойцовских радаров, но карьеру не завершил. Напротив, она насыщенная и активна, полна новых дел и интересов, тесно связанных со спортом. Что касается боев, уже в декабре этого года он вернется в ринг снова. Я не уходил из спорта, скорее была какая-то пауза, связанная с теми или иными причинами. А что касаемо возвращения, если мы так это назовем, то я не делаю это ради денег. То есть у меня нет какой-то необходимости, то есть выходить на ринг, чтобы там прокормить себя или семью. То есть я получаю от этого, в первую очередь, это мое любимое дело, и я получаю от этого удовольствие. То есть я считаю, я в расцвете сил, есть опыт, есть здоровье, молодость. Поэтому в совокупности факторов я понимаю, что я даже сейчас стал более качественный спортсмен, нежели я понимаю, для чего, зачем я это делаю, почему я это делаю. Нежели когда ты молодой, ты делаешь как-то это все на автопилоте. Поэтому с возрастом ты становишься, как ни крути, мудрее. И есть опыт, на который ты можешь опираться. И он как положительный, так и отрицательный. Я не хотел бы повторять карьеру каких-то отрицательных примеров, таких как, допустим, как Рой Джонс. Я хочу боксировать, потому что мне нравится. Пока, видя ринг, мое сердце становится биться сильнее, я хочу выходить на ринг. Если такого чувства не будет, я хотел бы заниматься чем-то другим. Мое изобретение, такая визитная карточка сейчас стала, чтобы совместить эти две вещи. Для примера, будет и Красная площадь, там Колизей, Статуя Свободы. Мы берем интересное место и прыгаем там коленом, чтобы вроде бы есть тайский бокс, есть достопримечательность. И на самом деле я увидел, людям это нравится, я ответную реакцию вижу, поэтому это как в любой непонятной ситуации, бей коленом, но мы перефразировали. Это когда не знаешь, как сфотографироваться, прыгай коленом. Инстаграм это сейчас, вот если в правильном векторе смотреть на него, то это сейчас это альбом. Просто альбом, как раньше мы распечатывали фотографии, сейчас можно вести такой же альбом просто в Инстаграме. Вот такой фотоальбом есть у моих детей. Это с первого дня их рождения по сегодняшний день. Мне на самом деле стоит просто мотнуть, и я вижу, как они меняются, как они развиваются. Я очень много путешествую, иногда могу месяц не видеть семью, и Инстаграм очень сильно выручает меня. Поэтому у меня прекрасная семья, у меня подрастают два маленьких сына, это Лев и Оскар. Мне нравится очень, что у них нет конкуренции, то есть зачастую братья дерутся, потому что... А здесь, наоборот, старший поддерживает, заступается где-то. Такие прекрасные отношения. И ты это начинаешь ценить еще больше, когда ты где-то далеко, когда ты одно и то же видео просматриваешь несколько раз. Очень сильно скучаю, потому что непосредственно сегодня была эта ситуация. И скорее домой. Но, опять же, возвращаясь домой... В таком возрасте это столько шума и гамма. То есть они прыгают, бегают, играются, плачут, смеются, и все это одновременно. Я человек, мне нужно все равно какой-то момент уединиться, то есть спланировать свою дальнейшую рабочую деятельность какую-то. Поэтому иногда я думаю, так, надо планировать следующую командировку. Естественно, они видят, естественно, они боксуются, у них есть перчатки. Но им 1,5-3,5 года, пока еще у них, если у Льва еще уже есть понимание, чем занимается папа, то Оскар еще это делает как-то автоматически. И на своих детях я вижу то, что
если я сижу, допустим, пришел с тренировки, то есть на тренировке я их пока с собой не беру, они приходят, меня встречают, но не проводят со мной, образно говоря, не тренируются со мной. Если я прихожу с тренировки, я устал, включаю телевизор, ну, или там что-то какое-то развлекательное, то сын садится мной и смотрит телевизор. Если же я встал утром и начинаю делать зарядку, отжиматься, то они тут же делают, ну, пытаются копировать, тебя зеркалят. Я не женился так, чтобы развестись. То есть я именно женился раз и на всю жизнь. Я не хочу даже задумываться. То есть вот я полностью выбрал своего человека, который должен быть со мной. То есть это не только какая-то любовь, вернее, это жена, любовница, еще это друг в первую очередь. То есть я могу рассказать те вещи, которым ни с кем больше не поделюсь. То есть меня полностью понимает, меня поддерживает. И как говорится, за любым великим мужчиной должна быть очень-очень достойная женщина. В моем понимании мужчина должен есть мясо. Я понимаю сейчас много разных направлений, движений, веганство, вегетарианство и так далее, всяких диет. Я я люблю суши, ну, японскую кухню, тайскую, итальянскую, неважно. Вернее, я очень люблю тайскую кухню. Тайскую мы ставим во главу угла. Ну, российская, русская наша кухня, ну, от нее никуда не убежишь, как не хочешь. Мы выросли, ее просто нельзя в рейтинг ставить, потому что это она основная. Поэтому я всеяден, но мясо, наверное, это... Я очень его люблю. У меня очень сложный характер. Я, что касаемо в работе, то есть если работать командой, я такой достаточно деспотичный. Вот похвалы от меня очень трудно. Я как к себе отношусь, так и к своей команде. Близкие люди меня знают и понимают. Наоборот, близким людям у меня приходится потерпеть очень сильно, за что я им безмерно благодарен. То есть это понимают как моя семья, как мои родители, так и моя жена, так и близкие люди, которые самые близкие друзья, которые со мной общаются и идут к какой-то цели совместно. Я максималист, я всегда и стараюсь так глобально мыслить, чтобы был такой это. Куда всегда стремиться, чтобы мечта не сбылась, и ты потом думаешь, а что теперь? Что касаемо спорта, то есть это оставить наследие там, в том же там, тайском боксе, кикбоксинге, чтобы вид спорта ассоциировался, допустим, смотрите, как мы говорим, баскетбол, мы понимаем, Джордан, да, легкая атлетика, сейнбол, плавание там Фелпс, то есть, ну, тайский бокс, вот определение, это мечта, цель, да. Быть успешным, самодостаточным человеком, то есть... помогать, то есть я стараюсь помогать где-то людям, бойцам, то есть к чему стремиться, то есть ну, много идей, целей, это что касаемо бизнеса, это что касаемо жизни, это же что касаемо просто какой-то деятельности, той, которую я понимаю, в которой я разбираюсь, и они уже не просто, это какие-то мечты, такие неосязаемые, то есть я четко ее представляю, практически могу пощупать и почувствовать запах. Наедине со всеми, с вами был Артем Левин.